их на улицах людей. Победа, победа! Торжества по случаю присвоения средней школе номер 33 имени дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Черняховского собрали в учреждении образования много гостей. В Витебске свято чтут память о легендарном полководце, который внес огромный вклад в его освобождение. Имя героя увековечено в названии одного из центральных проспектов, а для нескольких поколений учащихся школы уже много лет тесно связано с детством и юностью. Ведь школа расположена именно на этом проспекте. В школе разработан проект экспозиции именем героя. Также идет активная исследовательская деятельность. Учащимися 9 классов созданы туристические маршруты.